Муниципальный концертно-духовой оркестр Анапы название слишком длинное, говорит Валерий Степанов, практически бессменный руководитель коллектива. Называйте его просто любимым. Оркестр – его жизнь. Валерию Евгеньевичу 77, и 45 лет жизни он посвятил своему детищу. Даже оркестрантов называют детьми и внуками, в зависимости от возраста. А вот родные дети по пятам не пошли. Почти все медики. Они лечат его, а он их своей музыкой, говорит улыбающийся Степанов, почетный гражданин Анапы, заслуженный работник культуры Кубани. Оркестр 16 человек, с Божьей помощью и с моей помощью он стал 26. А сейчас вот управление культуры нам еще дало 2 единички. И у нас теперь еще пианистка появилась. Ну, в общем, оркестр расширился. Очень интересный состав оркестра. 2 флейты, 3 кларнета, 5 саксофонов. Это богатство. В крае таких оркестров нет. Перед нами кларнет – деревянный духовой язычковый инструмент. Но не знали французы 18 века, что военный пенсионер Сергей Осауленко посвятит ему жизнь. В оркестре Степанова занимаются только люди увлеченные, все со специальным музыкальным образованием. Я был начальником военно-оркестровой службы. В моем подчинении было 16 оркестров в округе. И оркестр штаба внутренних войск МВД России. Это город Нижний Новгород. Оркестранты все до единого считают, что в коллективе они не просто играют музыку, а продолжают учиться на классике, хотя у всех опыт. Пианистка Марина Дьяченко, концертмейстер, за роялем 30 лет. Константин Мелешкин, не тот Константин, что берет гитару, у него тромбон, отучился в Московской государственной консерватории, в оркестре 4 года. Михаил Архаров, саксофонист, клавишник, руководитель академического хора Центра культуры «Родина». Но даже сам Степанов признается, что некоторые на его уроках плачут. В марте или когда-то месяце был мастер-класс. Вот я давал мастер-класс оркестрам своим. Так вот сидели музыканты с других оркестров края, и дирижеры, и кто привез их сюда, плакали сидели. Это я вот открыто могу сказать. Я говорю, ну что тебе понравилось? Валерочка, ты знаешь, я плакал. В программе, а многие приходят послушать ее стоя, Верди, Чайковский, Штраус, Конев, многие сравнивают свой коллектив с Нью-Йоркской филармонией. Пусть это юмор, но он добрый, как и сама атмосфера в оркестре. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа регион.